Здравствуйте, Арсений Селезнев, зировой. Сейчас буду выводить петухов кушать вот там. Не все хотят выходить. И заодно посмеемся немножко, потому что там лед. Их надо будет погонять. Гулять, гулять, гулять. Щу. Гулять, гулять. Не все хотят выходить на лед. Щу, гулять, гулять. Щу. Пошли. Очень скользко. Сейчас я их немножко туда дальше. Вообще. Ну давай, давай. Давайте все туда, вот так, вот так. Аэрослалом. Давайте, погнали. Пацанам, вот так. Ой, не могу. Давайте, давайте. Сейчас вернутся. Надо это отогнать, а тогда они потом вернутся, сами будут кушать. Так что все, все нормально, все путем. Давай. Ну давай, покажи. Ну, давай. Нелетная погода. Да? Ах, ястребы мои. Коршуны. Давайте. Отец и сын. Ну ладно. Ладно, ладно. В общем, вот такие вот у нас веселые парнишки. Там даже один кто-то спрятался. Вон он выползает. Кабаньера. Ладно, пусть погуляет. Не буду открывать двери. Пусть погуляет немножко на улице. Так, давайте кушать. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Парнишки, парнишки, смотрите, как они симметрично отложили каждые по личинке. Ну, просто близнецы-братья. Опа, один утонул в снегу. Иди сюда. Да, кстати, сын лучше выглядит, чем отец. Говорят, куры не поскальзываются. А это что? Это что это было? И проваливается в снег, и поскальзывается на льду. Все есть. Все умеют. Вот такие вот у меня парнишки. Да? Давайте. Идите сюда. Давайте, давайте. Идите. Вы же любите покушать? Сейчас у нас вкусненькое. На курином бульоне. Мы такое любим, да? Идите сюда. Пу-пу-пу-пу-пу. Все успокоились? Идите. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу. Давайте, давайте. В общем, пойду. Засмущал я их. В общем... Арсений Селезнев, зверобой. Петухи на льду. Можно сказать, как коровы на льду. Ну, как петухи на льду. Чинно на одной ноге стоят он некоторые. Половину, можно сказать, на одной ноге. Значит, вторая мне нужна, да? Шутка. Барбару. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, зверобой. Смотрите обновления. Пока.